Александрович Тринитинов. Дирижер Вячеслав Панов. Полтора года назад немецкий оркестр уже был здесь, вы помните? Они снова пришли к нам. Эти потрясающие люди сегодня покажут абсолютно новую, совершенно потрясающую супергеройскую программу. Это будут самые популярные супергеройские музыкальные композиции. И следующего супергероя точно знаете вы все. И вы смотрели фильм про него. Попробуйте угадать, кто это. Главный герой, который многими считается иконой американской культуры. Персонаж впервые появился в 1938 году на страницах Action Comics. Впоследствии появлялся в радиопередачах, телевизионных программах, видеоиграх и, наконец, в 1978 году в фильме. Кто это? Да, это Супермен! Что, догадались, нет? Отлично! Джон Уильямс! Марш! Супермен!
приглашаем на сцену художественного руководителя оркестра Евгения Александровича Тверетилова. Была влюблена в Бэтмена. Скажите, пожалуйста, вот у вас есть какие-то герои детства, супергерои или фильмы, о которых вы помните, любите и вот... Так и есть! Как говорится в одном фильме, когда я был маленький, у меня тоже была бабушка. Знаете этот фильм или нет? «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Рекомендую посмотреть. Ну, я с бабушкой начал. Почему? Потому что с бабушками мы тоже посещали кинотеатры и, конечно же, воспитывались на фильмах тех, которые были адресованы для молодежи. И один из первых супергероев, этот был потрясающий фильм, назывался «Человек-амфибия». Кто смотрел? И вот сегодня из этого фильма о супергерое мы вам сыграем небольшую фантазию, написанную композитором Андреем Петровым. Спасибо вам большое.
является битва за выживание между почти вымершим человечеством и искусственным интеллектом. Глобальная цифровая оборонная сеть становится самостоятельной, и после активации она решает, что вот эти вот остатки почти вымершего человечества являются для нее угрозой. У них есть выбор – угостить их пирогом с рисками или уничтожить. Естественно, они выбрали его уничтожить. Это легендарные солнечные очки, легендарная черная куртка, легендарная фраза «I'll be back». Это легендарный саундтрек к легендарному фильму «Терминатор».
нашем фестивале танец на музыку Дэвида Арнольда из сериала «Шерлок». В этом году они тоже приготовили нам сюрприз. В авторской работе Яны Гуничевой вы увидите танец на музыку Сергея Прокофьева из балета «Ромео и Джульетта». Это история средневековья, актуальна в любые времена и понятна каждому сердцу. Хореографическая постановка «Срывая маску». Thank you.
Следующая композиция будет по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Смотрели восьмой сезон? Живые? Вот. Мнения опять разделились. Музыка из этого фильма за 8 лет стала известной во всем мире. И сейчас мы услышим ее в исполнении Пермского губернского оркестра. Thank you.
Господа, сегодня Кубер-Сенкерс приготовил для нас сюрприз. Сейчас здесь состоится премьера нового фильма про супергероев. Играет Пермский губернский оркестр. Музыка написана самим Дэнни Элфманом в ролях актеры, которых, возможно, сейчас еще не очень популярны, но годика через два мы с вами еще посмотрим. Итак, на сцене фильм Superheroes of the Future. Супергерои будущего. Композитор Адель написал эту песню специально для фильма «Агент 007. Координаты Скайфолл». Агент в главной роли Джеймса Бонда выполнял задание, спасая жесткий диск со списком агентов британской разведки. А сейчас эти прекрасные люди спасут нас всех. Адель Аткинс, «Скайфолл». Солистка Екатерина Смирнова. Thank you.
Спасибо вам, что приняли участие в нашем фестивале. Мы вас обожаем. Была бы наша воля, мы бы вас никуда